На трех татами Центра олимпийской подготовки «Авангард» прошло первенство по всестилевому карате России. Тут держали удар более 230 спортсменов самых разных возрастов и в двух направлениях – ката и кумите. Можно сказать, что Федерация всестилевого карате весьма молодая, но за 10 лет существования уже объединила 500 атлетов. И дело не только в доступности единоборств. Очень хорошо, что в этом, в общем-то, достаточно молодом виде спорта и таком направлении единоборств уже есть некая плеяда тренеров, которая позволяет вот такое большое количество детей привлечь к регулярным занятиям. Во время открытия чествовали самых успешных. К тому моменту многие из участников уже выяснили отношения на татами и ждали заслуженных наград. Чествовали и те, кто уже пробился на более высокий уровень. Так удостоверение вручили первому в регионе кандидату в мастера спорта по всестилевому карате, ставшему вторым на чемпионате России. В Омске много хороших спортсменов, всегда есть с кем побороться, даже после чемпионатов России. Ну, жаль, что сегодня не выступал, так как приехали с соревнований с Москвы неделю назад, можно сказать. Ну и пока восстанавливаемся. Даже там, где мы участвуем, мы всегда везем результат. Наши бойцы ценятся, и у них особый стиль. То есть они выходят серьезно, выигрывают, несмотря на возраст. Да, поэтому вот, у них характер. Самые зрелищные бои – те, что проходят в средствах защиты в рамках кумите. Партнеры по спаррингам зарабатывают очки в нескольких раундах. Но в карате силе отдается не главная роль. Гораздо важнее – скорость и точность. Я видел, что в начале боя потерялся по его глазам. И я пошел в борьбу. И это придало мне успех. Пожалуйста, скажите, с каким настроем вы ходите? Что себе говорите вот за секунду до начала? Что я говорю? Я не знаю, что я смогу. Спарринги среди самых юных каратистов до 9 лет также не лишены спортивного накала. И, как признаются судьи, оценивать их весьма сложно. Вместе с тем, сами спортсмены стараются выступать по-взрослому и уверены, что ум, хитрость и кураж помогают стать чемпионом. Сначала я заработал 2 балла, а потом удержу преимущество свое. Вот это на кураже, то как бы просто выиграть. Не чувствуешь боли сильно. Какие у тебя мечты, может быть, да, желания, чего хочешь достичь в этом месте? Ну, чемпионом мира стать или еще кинуть. По итогам первенства региона были вручены 40 комплектов наград. Для кого-то самых первых, для кого-то весьма ожидаемых. Но самое главное, что в ближайшее время карате может быть включено в программу Олимпийских игр, и на Омской земле могут появиться новые чемпионы.